Не зря я давала совет Атарчику Кушанашвили, чтобы он не трогал ушедших в небытие. И вот я сегодня наткнулась на, буквально на просторах интернета, один ролик. А Кушанашвили говорил, Градский разнес бы Шатунова в пух и прах. Высказался о сомнительном вокальном таланте Шатунова. Вот я говорю, сейчас я покажу вам, какой ролик я нашла. Это уникальный ролик, как раз выступление Шатунова на программе «Голос». Вот я крупным планом сделаю, чтобы все видели. На этом «Голосе» были и Градский, и Пелагея, Агутин, и Дима Билан. И вот Шатунов пел. Так что не надо было ему трогать, что Градский бы разнес Шатунова. Ничего подобного не было. Градский внимательно слушал на программе «Голос» Шатунова. А то, что Кушанашвили там статью, в статье что-то высказался, это брехня. И еще выпустил, значит, помимо этого, в программе «Каково» неоднократно говорилось о том, что Градский... Вот они все сидят и слушают. Вот. А поет Шатунов. И поет он песню «Белые розы». И сейчас я вам покажу, как все они повернулись. И вот Градский. Билан подтанцовывает. Так что вот и Градский. Вот Градский, Пелагея, а вот и Градский повернулся. И все они повернулись лицом. Так что я не просто так давала совет. Кушанашвили. Все они повернулись. И слушали. И все они повернулись лицом к Шатунову. Так что не надо было Кушанашвили что-то говорить. Я плохие советы не даю. А он, я не знаю, откуда это взял, что Шатунов бы... Вернее, если бы Шатунов был на «Голосе», то Градский разнес бы его в пух и в прах. А Градский радовался, услышав голос Шатунова. Вот так-то, Кушанашвили. И тут ты
попал впросак, потому что Шатунов — это легенда, Градский — это легенда. Вот так-то, дорогой Кушанашвили, все, что там говорилось в статьях и говорится, и будет говориться, на имени Шатунова будут себе рейтинги зарабатывать, все это брехня. У Шатунова прекрасный был голос, прекрасные вокальные данные. Белые розы мы никогда не забудем. Подписывайтесь на мой канал. Шатунов стал ангелочком вместе с Градским. Два ангела, ушедших по ту сторону небытия. Так что мы помним и Шатунова, и Градского. И не надо никого чернить. Это некрасиво. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.